Вся Финляндия замерла в воскресенье на минуту молчания в память о жертвах нападения с ножом в турку, квалифицированного правоохранительными органами страны как убийство и покушение на убийство в целях террора. Если это определение подтвердится в ходе следствия, пятничный инцидент станет первым терактом в истории скандинавской страны. Колокола кафедрального собора Турку, самой большой церкви страны, звонили на протяжении 15 минут. По словам президента Финляндии Саули Нинистё, все мы потрясены этим актом насилия, размах и жестокость которого не укладываются в голове. Я хотел бы воспользоваться возможностью сейчас выразить соболезнования родным и близким жертв, а также пожелать скорейшего выздоровления раненым. В пятницу 18-летний марокканец, запросивший в Финляндии политическое убежище в 2016 году, напал с ножом на прохожих в центре Турку, убив двух женщин и ранив еще 8 человек. Полиция задержала нападавшего, ранив его в ногу.